Всем привет! Сегодня последний день вот этого красивого каталога Oriflame, в котором очень много-много предложений. И мы воспользовались, это второй заказ уже мне по этому каталогу, 17-му. И завтра уже стартует 18-й каталог, последний этого года, закрывает у нас. И кто не успел, догоняйте, потому что с доставками, чтобы не было перебоев, и чтобы вовремя получить свои интересные, красивые подарки, можно и нужно делать заказ уже завтра. Что у нас? Конечно, у нас не обошлось без велнеса. В первом заказе у нас его не было, и он появился, и мы обязательно витаминки детские берем для здоровья малыша, который не хочет есть их. Периодически мы их находим неразжеванные. Очень интересный вариант для тех, кто хочет сделать подарки. Вот такие вот не очень дорогие набор, да, красивых карманных календариков, настольных. Вот такие четыре красивые, смотрите, какие, можно быть сюрпризом, подарком. Очень хорошо рассказаны еще и обозначены праздники. Вот такая вот красота. Небольшие календарики. И еще есть большой календарик. Вот такой квартальный я беру. Мне очень нравится следить сразу за 3 месяца. Вот такой вот у меня будет украшать коктейль для снижения веса. Что еще? Очень хорошая распродажа. Можно взять Life Nature жидкое мыло с фруктовой. Обратите внимание, серия Life Nature будет... снимается с производства, и я, конечно, очень ожидаю, что будет просто переиздание этих продуктов, как у нас было с духами, поменяется код, потому что очень востребовано, особенно жидкие мыла у меня уходят в 2 семьях очень быстро, и всегда покупаем практически каждый каталог. Да, вот такая красота в каталоге онлайн, можно взять за 359 рублей, сразу очищающее средство 3 в 1, крем для тела и универсальный смягчающий для лица, и помада гигиеническая, очень удачно, потому что у меня сын потерял, и ради гигиенической помады я взяла набор, самое вкусное, да, хочется сказать, что в этом эссенциале здесь масло канола, бюджетная серия, но очень дорогое масло, которое ухаживает за вашей кожей, это сразу уходит в зрительский зал, чтобы пользоваться. Серия Love Nature, также вот такие симпатичные крема для рук с кокосом или с экстрактом персика. Тоже сейчас на распродаже можно купить. Очень хорошо идут в приятные запахи, легкая текстура. И очень хорошо увлажняют кожу. Зачем? Не сломаешь, не вытаскивай все. Если вы не любите Love Nature, возьмите другую серию. Моя нежность, Care. Soft with Care. Очень хорошо и очень вкусный. Больше объем для защиты и для питания кожи. Разные немножко крема, но здесь структура кремов чуть поплотнее, чем Love Nature, и у них немножко другая защитная функция и питательная функция на более глубоком уровне. Это у меня мама взяла в подарок. Не знаю кому, но кому-то она будет делать такие комплименты. С очень хорошей скидкой серии для ножек Fit Up. Это смягчающий крем для загрубевшей кожи. Это серия для сос-восстановления кожи ног. Очень удобно, я очень люблю в маске. Нет, вот эта вот штучка, вот этот дезодорант идет в подарок вместе с кремом, с гелем для душа, вот этим беленьким, вкусный душ. Это тоже вот это будет мужской подарок. Спрей-дезодорант, у меня муж очень любит такие, но это не ему будет подарок. Очень легкая текстура, приятный аромат. Белый, вот это вот, я сама себе такую заказала, потому что здесь, помимо того, что очищение, еще увлажнение. Оранжевый у нас со скрабирующими, а здесь нету. Здесь просто восстановление кожи и защита ее геля для душа. Мне не знаю, мужские серии сделаны намного круче, чем женские. В них сделано как бы одно средство, но решает очень-очень много проблем. Все, последнее, что у нас осталось, да? И из нашего последнего заказа ночной крем серии Novage для комбинированной кожи для глубокого увлажнения. Вот такой у нас получился небольшой заказ. Последний этого дня. Если вы хотите, вы можете еще сделать заказ. Спросите меня, как, если не знаете. Сегодня. Да, сегодня последний день, часов до 9, но лучше не затягивать. До 7 часов всегда рекомендую оформить заказ, чтобы он у вас был. И завтра будем смотреть уже новый каталог с последними вкусными акциями. Об акциях я, скорее всего, расскажу позже. До новых встреч!